покидаем веранду. Времени нет ни у меня, ни у светового дня, поэтому мы хотим попасть в следующее заведение. И следующее заведение – буфет, и вот мы уже здесь. Заходим. Когда клиента нет времени, 10 минут, что вы ему приносите? Ну, в принципе, по желанию клиента, как он голоден. Можно блинчики с мясом, можно вареники, можно супы. Мне главное, чтобы в 10 минут вложилось. Ну, в принципе, я буду убегать уже через 10 минут. Ну, блинчики с мясом очень хороший вариант. То есть, это похоже... блюдо, которым вы славитесь? В принципе, можно сказать, да. Все, блинчики с мясом. Сейчас у нас, можно сказать, 4 часа. Угу. Я жду. Хорошо. Хорошо. Спасибо. Артем, ну ты прям включился в борьбу, оперативно, минута прошла только. Мне это нравится, вот это результат. Готово? 5 минут, минута на квас, 5 минут на блины. Артем, вы помогали? Слушайте, это какой-то мировой рекорд прям. Спасибо. Да. Пробуем. Ну, как бы там ни было, блины вкусные. Самое главное в блинах с мясом – это наличие, собственно, мяса в блинах. И оно здесь есть и вкусно. И снова, вот уже во второй раз, я сильно удивлен. Блюдо мне умудрились принести в течение 5 минут. В хорошем темпе живет ресторан и бизнес Белой Церкви. Я восхищен. Я вам так скажу. Это лучшие 20 минут моей жизни в Белой Церкви. Пойдем в следующее заведение.